Спела, а? Кто знает? Гамму, правильно, гамму. Ох, какая фортепиано, так и влечет, так и хочется поиграть. А скажите мне, кто из вас играет, а? Каких композиторов вы знаете? Напишите нам. Бабушки вон тоже поиграть хотят. Ух, как влечет инструмент. Ох, фортепиано. Какие счастливые люди, которые умеют играть. Музыка, музыка. Ох, и все начинается с гам. Гам. А в голове у меня песенка. Такая старая или новая, не знаю. Ну, в общем-то, песенка. Кто-то написал ее. И она... Не буду петь, не буду петь. Голоском сегодня что-то не так с голосом. Прочитаю. Посвящена она мамам. Но про гамму. Ох, какой стишок. Мама-гамма, гамма-мама. Мы с праздником весенним хотим поздравить маму. Праздник весенний, правда, уже прошел. Но поздравить маму всегда хорошо. Мы выучим все ноты и пропоем ей гамму. Мы до отыщем дома, мы реврики поймаем и у минутки быстрой про ми мы разузнаем. И так далее. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. До. Не удержался, не удержался. Хочу поиграть. Ох, ах. А кто умеет играть? Приходите к нам в программу. Поиграйте. Попоем с вами песни. Ведь вы знаете, буквы, они как ноты. Я так думаю. А вы как думаете? Напишите, что думаете. Хорошо от вас письма получать, радостно на душе. Ждем ваших писем. А сейчас оставим бабушек, они будут играть, играть, наслаждаться музыкой, по-своему играть. А мы с вами пойдем посмотрим, как внучок написал букву Г. 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 Гамма. Г. Да. Гамма. Да, сегодня мы выучили букву Г. Учим ее, учим, правда. Да, и так интересно, сегодня посмотрели на ноты, так играть захотелось. Ну ничего, а будет время, сыграем. А внучок, посмотри, как хорошо он написал букву Г. А еще он приготовил нам сюрприз. Он нашел в библиотеке книгу. О, да! Какая удивительная книга! Как же она называется? Называется она, как вы видите. Да, вижу, читаю. Про все на свете. Это известного автора Самуила Яковлевича Маршака. Помню, дед Паша... Где же наш дед Паша? Дед Паша, наверное, игрался на фортепиано. Здесь я, здесь. Здесь. О,
Дед Паша, ты знаешь, там нас сюрприз внучок приготовил? Да, дайте посмотреть. Что за сюрприз? А что здесь за сюрприз? О-хо-хо! Моя книга детства! Посмотри про все на свете Самуила Яковлевича Маршака! Какой сюрприз! Вот внучок, вот сюрприз деду приготовил! Счастье-то какое! А я помню, помню эту книжку! Это... Ой, как приятно! Давайте почитаем ее скорее, давайте почитаем! Хочу открыть, ой, 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 очки, неважно, откроем! О, вот! Бальзам на душу прям! И буква А, и буква Б, и буква В, и буква Г! Все, что мы с вами сегодня выучили! А смотрите, что здесь написано! А! Аист с нами прожил лето, а зимой гостил он где-то. О, а! А давайте выучим вместе! Аист с нами прожил лето, а зимой гостил он где-то. А, б, б, бегемот. Бегемот разинул рот. Хе-хе. Булки просит бегемот. Хе-хе-хе, булки. Дадим мы бегемоту булки. О, баб, бабдаш, ты смотри, моя книга, книга моя. А, о, в, воробей просил ворону вызвать волка к телефону. Ха-ха-ха. Воробей просил ворону вызвать волка к телефону. Хе-хе. А вот смотрите, буква Г. Г-грип. Гриб. Гриб растет среди дорожки. Голова на тонкой ножке. Гриб растет среди дорожки, голова на тонкой ножке. Ай, удачок! А каждый раз теперь будем читать с этой книжки маленькие стихотворения о букве. Вот Самуил Яковлевич Маршак какую книгу нам подарил, а? Ай! А в голове все равно у меня до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Я не могу петь, ничего. Зато гамму, гамму знаем, что такое гамма. Гамма музыкальная бывает, гамма разная бывает. Но сегодня у нас душа поет, книгу нашли-шли. Да спасибо, внучок, спасибо, дорогой внучок. А песенка, песенка, помните, мы начали с песенки? Мы с праздником весенним хотим поздравить маму. Мы выучим все ноты и пропоем ей г. Гамму мы до отыщем дома, мы ре в реке поймаем, и у минутки быстрой про ми мы разузнаем. Ай, баба! Да, да. Блинчики мои ждут вас. Пойду самовар ставить, а баб Даша... продолжи. Да, баб Даша? Да, почему нет? Да, баб Даша. Баб Даша, ты чё? Ты где ты здесь, а? Иди, давай продолжим. Ах, да, очки тут на меня все падают. Так вот, песенка. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Да-да, уже все выучили. Гамма, гамма. Бегу я, баб Даш. И что там дальше у нас? Что там дальше у нас с песенкой, а? А песенка такая... На чем мы остановились? Какая следующая нота? После ноты ми. После ноты ми идет нота фо. Фа-фа-фа-фа-фа. Ну, давай спой дальше и расскажи дальше эту песенку. Мы фа и соль в тарелке. Вот ищем за обедом. Проквакают лягушки. Нам ноту ля дуэтом. Осинам прощебечет синица на заборе. Теперь споем всю гамму. Мы маме в домажоре, и папе в домажоре, и бабе, и деду, и всем споем мы гамму. Тарам-парам-папаба. Да, дорогие мои детки, сегодня мы вам расскажем сказку.
новую сказку на букву тоже Г. И эта сказка называется «Гуси-лебеди». Гуси-лебеди летят, летят. Летят, летят, летят. И куда-то они полетят. Знаете вы, наверное, эту сказку, но мы вам ее приготовили в обработке Алексея Николаевича Толстого. Послушайте внимательно, пойдем в наш зал. Да, пойдем в наш зал. И почитаем вам там сказку. До ре ми фа соль ля си до. Ой, ребятки, я сегодня воздушная такая вся, под впечатлением. Ой, музыка, гамма. Гамма, да, гамма. До ре ми фа соль ля си до. Ла-ла-ла-ла, до. Скучно эта гамма. Ну что ты скажешь? Скажешь, гамма, гамма, она... Она гамма, гамма, очень, очень музыкальна тоже, и она во многих произведениях композиторов даже использовалась не только для техники пальцев и рук. Ну, в общем-то, я не профессионал, конечно, рассказывать вам не буду про музыку, но гамма меня впечатляет. Ну, сегодня учим букву Г. Как дед сказал вам в библиотеке, алфавит, прям как ноты, тоже петь их хочется. И сегодня мы прочтем вам, чуть не сказала, пропоем, прочтем сказку. Какую, баб Даша, мы приготовили сказку? Мы приготовили сказку сегодня «Гуси-лебеди». Да, дедушка Паша вам прочтет сказочку, а мы... Ой... Дела делать надо, блинчики готовлю. Да-да, я все носок вяжу, довяжу, и второй уже скоро начну. Оставим, позовем дед Пашу, оставим вас со сказкой «Гуси-лебеди». Дед Паш, что ты там? Ты где? Я оставил сказку «Гуси-лебеди», тоже чуть-чуть. Внучок наш так написал букву Г, что прям сказку теперь хочется прочесть «Гуси-лебеди». Драматичная сказка, хочу сказать. Чуть-чуть драматичная. Но что мне вам сказать? Наверное, вы ее знаете. Но напомню вам. Сказка «Гуси-лебеди» написана кем? Народная, вы скажете, сказка это, да? А мы нашли вам сказку в обработке Алексея Николаевича Толстого. Послушайте эту сказку, пожалуйста. Жили мужик да баба. У них была дочка, да сынок маленький. Доченька, говорила мать, мы пойдем на работу. Береги, братца, не ходи со двора. Будь умницей, мы купим тебе платочек. Родители ей говорили. Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказали. Посадила под окошко братца своего, побежала на улицу, заигралась, загулялась. О! Смотрит, а братца нет. А тем временем прилетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях. Девочка бедная не знала, что делать. Она ахнула, кинулась туда-сюда, туда-сюда. Слезами заливалась, кричала: «Братец, где ты, где ты?» Выбежала она в чистое поле и только видела, метнулись вдалеке гуси-лебеди в темном лесу. Тут она догадалась, что они унесли ее братца. Про гусей тогда дурная слава ходила, что они пошаливали, маленьких детей уносили. Бросилась девочка догонять их. Бежала, 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 бежала. Увидела, стоит печь.
Печка, печка, говорит девочка, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Печка ей отвечает. Съешь моего ржаного пирожка, скажу. Стану я ржаной пирог есть. У моего батюшки и пшеничные не едятся. Печка ей ничего не сказала. Побежала девочка дальше, стоит яблоня. Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Поешь моего лесного яблочка, скажу. У моего батюшки и садовые не едятся. И ей яблоня ничего не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная река. Молочная река, кисельные берега. Куда гуси-лебеди полетели? Поешь моего простого киселька с молочком, скажу. У моего батюшки и сливочки не едятся. Долго девочка бегала по полям, по лесам. День клонится к вечеру. Делать нечего, надо идти домой. Вдруг видит, стоит избушка на куриножке. О, догадались, кто там живет, а? А, да, в избушке старая баба-яга. Прядет кудель, а на лавочке сидит братец, играет со серебряными яблочками. Девочка вошла в избушку. Здравствуй, бабушка. Где там наша баба-яга? Ай, конечно, в не баба-яга. Я, конечно, не баба-яга, но баба-яга сказала следующее. Я вот чуть-чуть все равно боюсь бабы-яги. Да, она страшная. Помните, да? Когда с вами учили букву В с Василисой. Так вот, что там бабушка отвечает ей яга? Здравствуй, девица. Зачем на глаза явилась? А? А? Зачем на глаза явилась? Я? По мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться. Садись, покуда кудель прясть, баба-яга ей говорит. А девочка дрожит. Девочка дрожит, дрожит. Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка придет, вдруг из-под стала мышка и говорит ей. Девица, девица, дай мне кашки, я тебе добренькое слово скажу. Девочка дала ей кашки, а мышка ей сказала. Баба-яга пошла баню топить, она тебя вымоет, выпарит, в печь посадит. И съест. Девочка сидит, ни жива, ни мертва, плачет, а мышка ей опять. Не дожидайся, бери, братца, беги, а я за тебя кудель попряду. Девочка взяла братца и побежала. Молодец, девочка, догадалась. А баба-яга подойдет к окошку и спрашивает. Девица, прядешь ли? Мышка ей отвечает. Приду, бабушка. Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке нет никого. И баба-яга закричала. Гуси-лебеди, летите в погоню. Сестра братца унесла. Сестра с братцем добежала до молочной реки. Видит? Да. Видит? Летят гуси-лебеди. Печка-матушка, спрячь меня. Поешь моего простого киселька. Девочка поела и спасибо сказала. О, сразу поняла. Услуга за услугу. Хорошей надо быть девочкой. Ой, устала я тут с вами. А, блинчики мои опять догорают. Побегу я. Да, так, не бойтесь, все будет хорошо. Вот баба-яга баню вытопила, а девочка же убежала. Девочка бежит,
а Баба-Яга в погоню гусей. Гусей направила, а девочки все помогали. И печка, и речка. Почему? И яблоня. Почему они помогали? Потому что она услугу им хорошую оказывала. Девочка говорит: речка, матушка, спрячь меня. Поешь моего простого киселька, говорит ей речка. Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла ее под кисельными берегами, и гуси-лебеди ее не увидели. Девочка с братцем опять побежала, а гуси-лебеди воротились, летят дальше, смотрят и увидели ее. А что делать? Беда! Стоит яблоня. Яблоня, матушка, спрячь меня. Поешь моего лесного яблочка. Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблонь ее заслонила ветвями. Гуси-лебеди не увидали, тоже пролетели мимо. Девочка опять побежала. Бежит. Уж недалеко осталось. Тут гуси-лебеди загоготали, налетают, крыльями бьют. Да выглядят, братца из рук выбьют. Побежала девочка до печки. Печка, матушка, спрячь меня. Поешь моего ржаного пирожка. Девочка скорее пирожок в рот, та самая с братцем в печь, села и спряталась в печке. Гуси-лебеди полетели, покричали, и ни с чем улетели. Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой. А тут и отец с матерью пришли. А, какая сказка! Спрощаемся с вами, детки. Выучили сегодня с вами букву Г. До свидания, до новых встреч. А бабульки, бабушки, что вы там в делах своих? Прощаемся. До свидания, дорогие ребятки. До свидания, до новых встреч с буквой Д. О, баб Даша. До свидания, мои дорогие ребятки, до свидания. До новых встреч с буквой Д. Д. Подумайте, какие слова вы знаете на букву Д. До свидания. Знаете, детки, программа-то закончилась, да? А я так не удержался, не прибежал к своей книжке. Буквы посмотреть, стихи почитать, да с нычком поговорить. Буква Г такая, буква, как уголок. Проще некуда урок. Вот на Г тебе слова. Глобус. Город, голова, а в голове у меня гамма. Ой, расскажу напоследок вам еще сказку. День такой сегодня забавный, с музыкой у меня день, с гаммой, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Буква на букву Г вспомнилась мне такая сказка. Где ты была, коза? Коза, коза, лубяные глаза. Где ты была? Коней пасла. А кони-то где? Николка увел. А Николка-то где? В клеть ушел. А клеть-то где? Водой унесло. А вода-то где? Быки выпили. А быки-то где? В гору ушли. А гора-то где? Черви сточили. А черви-то где? Гуси выплевали. А гуси-то где? Улетели наши гуси. А где-то гуси? В вересняк ушли. А вересняк-то где? Девки выломали. А девки-то где? Замуж выскакали. А мужья-то где? Все умерли. Хе-хе, шутка. Вот такая коза-коза, лупиные глаза сказка.
Ну ладно. Думаю, что прощаться будем все-таки. Скажу вам еще раз на прощание наши стихотворения на букву А, Б, В и Г. Давайте вместе выучим. А, аист нами прожил лето, а зимой гостил он где-то. Б, бегемот разинул рот, булки просит бегемот. В, воробей просил ворону вызвать волка к телефону. Хи-хи-хи. Г, гриб растет среди дорожки, голова на тонкой ножке. Ай, до свидания, мои дорогие ребятки, до буквы Д прощаемся. До следующих встреч. До свидания. А я бабушкин носок. Послужил я внукам впрок. Да? А теперь я вам служу. Сказку нужную скажу. До свидания.